Макс, это просто фильм. Пленка. Там ничего нет. Экран. Ткань. Отражение. Фильм. Только тогда это было для тебя по-настоящему, а теперь ты смотришь на это со стороны. Честно говоря, все, что с тобой происходит сейчас, это тоже фильм. Все вот это. Я бы назвал это так. Синематограф совершенный. Я и раньше объяснял тебе это. Убирал слова, искал пример. И вот нашел пример. Неужели сейчас непонятно? А что я должен был понять? Ты должен сыграть роль. Правильно сыграть роль. И тогда хороший получится фильм. Жизнь хорошая. И режиссер будет доволен. Играть. Играть, конечно, играть. Ты что? Ты облачаешься в тысячи жизней. Ты проживаешь их. Ты король, ты раб. Ты рыцарь, ты предатель. Ты славный юноша. И ты убийца. Ты включаешь в себя весь мир. Открываешь в себе все вселенные. Ты смеешься и плачешь. Обретаешь и теряешь. А? Жуть. Это жуть. Жуть. Конечно, жуть. Ну, интересно, жуть. Страшно. Жуть. Здорово, жуть. И вы знаешь, вот до последней минуты так. Вот были бы силы до последней минуты. Вот чтобы самую последнюю минуту рвануть, чтобы сердце разорвалось. Только не дряхлеть. Вот так жить. Понимаешь, так. Вот таким образом. И тогда это наполняется жизнью. Внутренним творчеством. И ты выходишь на новый виток. Игра с ним. И тогда уже не важно, герой ты или злодей. Ты с ним. С кем?